телекомпании Дарников представляет. Нет, не взорвай, не взорвайся. Взорвитесь. Ой, взорвитесь, убей, умрите. Капец, здесь зомбарей. Они спавнятся, что ли? Или кто-то спавнит? Да алло, почему так много зомби? Вы чё... Ладно, все, крипера нету, в жопу. Заделывай стекло, чё ты стоишь? А, заделал, молодец. Так, все, быстрее домой. Фух, все, мы дома. Кто дверь открыл? А, тут кто-то в инвизе, я понял. Тут кто-то в инвизе бегает. Найс, тут кто-то ходит в инвизе и этой херней занимается. Я даже знаю, кто. Кто-то ходит в инвизе, я понял. Ну это вообще триндец. Ну господи, такой даун чел, кто открыл дверь, вот реально. Вот этот... Просто какой-то дебил мне взял, открыл дверь. А, он еще и зомби мне спавнит. Какой-то дебилой, блин, на двери... Прикол. Так, давайте все это сложим. Можно на сервер? Ну, смотри, если ты написал свой ник, то просто жди, пока этот... Пока тебя добавят в вайтлист, там недолго ждать. Кстати, 12 лайков, спасибо, осталось 3 лайка. Вот, смотри, вот кто спавнит зомби, алё, да это вообще не прикольно. Вы мешаете играть. Вот так. Оп. Так, давайте проверим. У тебя стало 10 зрителей, когда ты был в главном меню. Да я знаю, вот и сейчас, кстати. Анонимус? Анонимус? У тебя стрела! У тебя стрела в шейте, нормально? У тебя сонная артерия пробита. Окей, это не моя проблема. Чел, иди поспи. Проблема. О, смотрите, надо, знаете как, надо вот так вот вверх. Надо вверх ее. Во! Ну-ка. Во! Пацаны, вот. Вот тут будет храниться какая-нибудь, не знаю, тоже хавка. Надо, знаете, что сделать? Что тебе надо, Андронимус? Что тебе надо, друг? Пришел что-то, блин. Так, давайте, что мы сделаем? А, у меня есть этот, кожа, да? Так, смотрите, я хочу сейчас сделать то же самое. Так, оп. Делаем вот так, делаем раз, два, три. Ты у меня украл? Ты посмел, Анонимус, у меня украсть шелкер? И убежал. Шелкер, отдай шелкер, падла! И улетел. Оп. Ты у меня по хате. Ты у меня шелкер украл. Шелкер, верни. Шелкер отдай. Отдай шелкер. Он у меня... Заскамили мамонта. Взял меня, блин. Ограбил. Еще говорит. Ты откуда тут взялся? У меня не дом, у меня проходной двор. Вот я не вру. У меня не двор. У меня не дом, у меня проходной двор. Вы чё, падлы? Что за херня? Я не понимаю. Ваш ник и пиши туда. Там вкладка ваш ник. Так, давайте я переплавлю. Сколько камней? 4 давайте. Он шалкер украл! Где шалкер? Он у меня шалкер украл! Отдай шалкер! Ты у меня шалкер украл. Дай шалкер. Шалкер! Дай шалкер. Да, Могус. Я не знаю, он мне не отдаст шалкер. Он меня заскамил. Так, у меня и уголь есть? Да, у меня есть уголь вот в печке. О, у меня же тут еда, пацаны. Смотрите. Закидываем вот сюда. И теперь смотрите. Посмотрите на чудо-технику в Майнкрафте просто. Хоба!
А что еще нужно для топ-кухни, объясните мне? Что хотел сделать? Так, быстро запрыгиваем. Что, у меня нос чешется? Он с... Падла! Так, во-первых, мы делаем вот так. Потом я быстренько сейчас поставлю и пойду бить лицо этому челу. Так, парень! Бугари! Что ты у меня в доме безобразничаешь? Отдай, собака, шалкер! Шалкер, отдай! Меня просто скамят на вещи. Это не прикольно, меня скамят на вещи. Да что за... Парень, ты прикалываешься? Все, это уже не смешно. Ты меня уже реально гриферишь. Где дверь? У меня гри... Боже мой. Боже, чел, ты. Сухарик, привет. Так, поплавилось? Да. Теперь смотрите, что я делаю. Мне бы вообще желательно кактус, но я понятия не имею, где кактус. Вот. И вот сюда мы посадим какой-нибудь цветочек. И все, и кухня будет готова. По факту. Холодильник есть, который работает? Оп. Все, идеально. Но меня заскамили. Дай! Все, блин. Что там? Оп, все. А у меня же тут дверь была, да? А где моя дверь? У меня было два! Нет, все нормально. А где дверь? А. Оп, все. Сейчас мы сделаем с вами телек. Плазму. Плазма. Все. Ой, та же картинка. Все. Плазма есть. Так, надо полочки. Надо сделать еще и полочки, ребят. 8 зрителей, ребят, всем привет. Так, надо сделать полочки. Надо сделать полочки. А у меня кончилась вся береза, да? Понимаю, я за березой. Капец, у меня вся береза кончилась. Как так-то? Теперь дальше продолжаем украшать. Так, я хочу сделать столик. Столик. Оп. Пацаны, так это же компьютер. И танки я делаю, бой. What the fuck? Это что за ловушка? Это ловушка дьявола. Какого хрена? Сейчас я пойду в ад. Да. Что за... Он меня не любит. Он меня реально не любит. Так, а у меня фейерверков нету, да? О, черт. Мужики, я пошел в ад. Так, вот раз порох. О, еще порох. Ты че, падла, ебаная? Что ты там делаешь? Так, мне нужен... У тебя есть? Что ты... Бляха, муха, что ты там... Хватит мне хату ломать, задолбал. Так, я сейчас сделал себе фейерверки и пойду в ад. Кто купит мне книгу на починку? Это что за дьявольские ловушки? Он там крафтит, блядь. Я не понимаю. Что ты делаешь, чел? Ты это, блядь. Ты чё делаешь? Что ты делаешь? Я не понимаю. ПЖ. Чё такое? Да, блин. Оп, я могу дать фейерверки. О, да-да-да-да, дай мне фейерверки, пожалуйста. Чел, что ты делаешь? Так, мне бы желательно вообще книги на починку. Так, бляха, муха. Что меня все хотят убить? О, здорово. Спасибо, друг, я тебя люблю. Можешь добавить? Я не могу, чел. Там у меня вкладка, это убирается автоматически. То... Чё за приколы? Кто меня не любит? Так. Ведьмы. Чё ты там смотришь, Амогус? Боже. Хватит мне портить квартиру. О, хавка. Зайду, спасибо. Так, погнали, строить светильник. А, не грусти, да я... Я не грущу. Так. Оп. Продолжаем строить светильник. Так, у меня где-то был редстоун. Так, мы делаем, получается, вот так. Полезло. Так, мы еще, знаете, не, мы, наверное, скрафтим рычаг. Потому что рычаг такой самый надежный. Поднимаемся. Можно в комп поиграть? Можно. Можно. Поплыл. А у тебя есть программа VPN? Да, есть.
Roblox, воу, давай там, я не знаю, что в Роблоксе делают, но то играй. Так, погнали, знаете, что делать, ребят? Погнали брить овец. Сейчас, да, мы займемся этим, мы будем брить овец, потому что мне надо шерсть. Погнали за овцами. Так, полетели. Овец я где-то тут видел. Вот. Здравствуйте. Отдавай. Так, еще. О, серьезно? Спасибо. Что за херня? Знаю, знаю, я буду 30-м зрителем. Какого фига, что здесь все в говне, алло? Он мне хату портит, пацаны. Он мне хату засрал. Хватит мне хату срать. Я только ее построил, отремонтировал. Вы мне уже хату засираете. Так, что мы сейчас будем делать? Сделаем коврики. Коврики. Так, во-первых, вот у меня. Ага. Вот он вылез. Так, что мы дальше делаем? Я порчу, потому что ты не плачешь налоги. Я плачу налоги, что ты врешь? Так, отлично. И сейчас мы еще собакину. Господи, вонючий крипер, уйди. Я не дотянулся, я не дотянулся, я не дотянулся. Он до сих пор играет. Какой... Ты падла гребаный, ну, тебя уже шестой раз взрывают, тебя шестой раз взрывают. Ты почему не смотришь за своей стеной? Точнее, ты что не смотришь за своей спиной? Давай чини мне хату теперь. Он уже шестой раз взрывается. На каком лаунчере играешь? Т-лаунчер. Что за херня, ну господи, тебя взрывают уже шестой раз. Блин, ну это пипец. Вот после этого зови его, ну типа, пускай его в дом. Ну реально, ну что за херня, чел? Меня уже бомбит, реально. У тебя шестой раз крипер взрывает. Шестой раз. Боже, как я бомблю, я не могу. Ну боже мой. Ой, мне хочется плакать. Не знаю, мне прям хочется рыдать. Я не могу... Я не могу, я мне хочется плакать. Где шалкер? Он мой ковер взорвал. Нет. У меня где-то дверь была, кстати. У меня где-то была дверь. Мне ломают дверь, народ. На своем или на ютуберском? На своем. Да мне сейчас дверь сломают. Да тупые мобы. Меня вот просто бесит в том, блин, то, что чел уже... Стрей! Стрелбой тебя уже, блин, в пятый раз взрывают. Ну это не прикол. Да вы что, прикалываетесь? Умри. До свидания. Блин, меня уже бомбит. Ну ладно. Я сейчас сдохну. Да! Блин, мне надо захилиться. Они застревают. Они через ковер не могут пройти, тупые лохи. Ха. Здорово, здорово, топников. О, хлеб, спасибо. Так, давайте я сейчас быстро себе бронь всю зачарю. Так, сейчас я себе всю бронь зачарю. А где наковальня? Господи, наковальню украли. Так, чарим. Починка. Как настроение? У меня отлично. Тут дверь ломают. Как хорошо, что я поставил ковры, вот реально. Это фармилка опыта, слушай. Это фармилка опыта. Ну реально, это фармилка опыта, эти дурачки не могут пройти через вот эту... Через ковер. Че вы, дурачки, пройти не можете? Такие боты, реально, такие ботяры. Че он там сказал? Бр-бр. Да они не убавляются, алло. Апокалипсис. Да они не убавляются.
Они не убавляются, что делать? Ой, прошел. Сдохните, алло, ребят, ну сколько можно? Да нет, это на час, алло. Ладно, пусть они тут тусят, а я пойду зачаруюсь. Господи, тупые зомби, как вы меня заебали уже, ну реально, меня уже бомбит. Повсюду эти дебилы. Так, давайте, оп, сейчас я сделал себе дверь, и мне надо опять идти бриться, брить овец. Опять надо идти брить этих овец. Кто там стреляет? А, здравствуйте. Анонимус, анонимус. Дайте... У вас тут что, зомби-апокалипсис, что ли, был, пока меня не было? Вы тут сидели в дотку играли, а меня не позвали? Так, мне нужна еда, потому что я сейчас умру. Так, где тут, где тут, где тут... А где ножницы? У меня где-то ножницы были. Вот они. Да, дай еду, пожалуйста, у меня еды нет. Купи тортик. Где я тебе торт возьму? Я пошел, короче, какой дурак это сделал? Боже мой, ну с кем я играю? Ой, мляха-муха, у меня ж бомбит. Вот кто это сделал, иди и ломай, иди и ломай. Вот кто это сделал, иди и ломай. Так. Давай, давай, еду. Где еда? У меня еды нет. А, да, точно. У меня же холодильник с едой. Да все, не тыкай, не тыкай, не тыкай, не спам, не спам. Без спама. Так. Так, это мы все кладем. Вот это вот, кто вот это сделал? Мне теперь эту херню ломать, ну боже мой. Теперь я стою как дурак, ломаю эту фигню. Фух, последний. О, торт. Так, это мы делаем. Оп. Все, не трогайте больше эти вонючие ковры, пожалуйста. О, торт. Так. Я не тебе покупал. Охренел? Ты у меня в хате сидишь, падла. Вообще он весь мой. Ты должен... Ты у меня электричество, блин, потратил, пока ты сидел и играл в War Thunder. Так что ты это там... Ты это не наглей. О! Класс, кстати. У нас тут вообще какая-то гей-пати. И мой это дом. Охренел? Я его строил. В смысле он твой? Так, надо, кстати, склад. Надо придумать, где будет... А, склад, наверное, будет вот здесь. Спуск в склад. Так, надо сейчас сделать себе эти ступеньки. Оп. Что? What the fuck are you doing? Уходи, это моя ха... Меня выгоняют с моего же дома. Вы чё нахер? Охренели там? Так, надо вот это все теперь... Надо застроить. Да вы чё, рофлите? Ёпта. Это моя хата. Свалили. Меня выгоняют. Меня уже второй раз моей же хаты выгоняют. Ребят, что за приколы? Что за гей-пати, реально? Тут тусы из четверых мужиков. Чё за приколы? Так, а я строю себе подвал. Подвал для детей. Идите в компьютер поиграйте, я не знаю. Склад еще строится. Мужики, склад еще строится. Уйдите. Я тебя сейчас замурую. Склад еще строится. Можете отойти. О. Прикол. О, потоп. Чё, ёпта.
Поэтому все, ребят, еще раз большое спасибо, кто был на стриме. Стрим был реально был очень крутой. Мы за этот стрим сделали очень много всего. В общем, с вами был я, Халпонтус. Ребят, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых стримах. И всем пока, ребят. Давайте, всем удачи.